Какая красивая девушка. Каждый вечер новая. Что закажете? Я бы хотела фаршированные штаны. И кальсони. Кальсони сегодня уже кончились. Остались только сопли. Больше ничего. Ничего? Нет, пусто. Тогда я выбираю сопли. Ты что возьмешь? Сопли. Сопли? Да. У вас есть сопли? Да. Несите. Хорошо. Они и тебе понравятся. Какой у них вкус? Супли. Я говорил, что тут рядом пустая квартира. Подкопить денег, субсидии, раз, и я ее куплю. Сломаю комнату, будет 4 стенки. Сломаю стенку, будет 4 комнаты. 4? А что, это мало? У вас в доме сколько комнат? Так. 42. Как называется гостиница? Что? Гостиница. Доход приносит? Нет, мы деньги получаем от казино. Знаешь, что такое казино? Конечно, это там, где шлюхи. Короче, даже если у тебя родители богатые, я от них не хочу ни одной лиры. Знаешь, мы с тобой могли бы пожениться только если... Если? Если в августе пойдет снег. Легко. Вкусное вино. Осторожнее, сеньорина. Это вино приятное, но коварное. Это называется супли по телефону, потому что тут провод. Алло? Это Кристина? Да. Сегодня был прекрасный день. Поговорим про завтра. В 4 я заканчиваю работать. В 5 у тебя. Поговорю с папой и попрошу твоей руки официально. Согласна? Алло. 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 Разъединили. Что смешного? У тебя 2 носа и 4 глаза. Девочка, поосторожней с вином. Мы их нашли, они в пиццерии. Что они делают? Едят супли. Берем ее? Не надо никакого шума. Дождитесь удобного момента, нейтрализуйте мужчину. Хорошо, Кормен. Хочу открыть тебе тайну. Слушай, не пугайся. Я Кристина из Сан-Тулипа. Я принцесса. Ты быстро опьянела. Марио, счет! Ты мне не веришь? Я принцесса. Ну да, я тоже герцог Винцевский. Не может быть, я его знаю. Это мой крестный. Счет! Я не хочу уходить. Еще рано, Барнаба. Надо идти. Давай потанцуем. Нет, нам лучше идти. Ты со мной не танцуешь? Буду танцевать одна. Кто-нибудь хочет со мной танцевать? Никто со мной не потанцует. Я потанцую. Молодец. Танго, маэстро. Ты с этой девушкой танцевать не будешь. Почему? Потому что я так сказал. А то что? Не скажу. Не хочу тебя пугать. Сопляк. Я тебе покажу, что я могу. Увидишь.